Всем добрый вечер, дорогие друзья, с вами Демиров. И вот на канале Standoff 2 выпустили официальный трейлер хэллоуинского обновления. Давайте посмотрим, что там интересного нам покажут. Я ни разу его еще не видел, это первый раз, я смотрю его вместе с вами. Это будут истинные эмоции, давайте смотреть вместе. Так вот, сначала чуть погромче сделаю. Интересно, очень небольшой отрывок нам показывают. 6-10 число, то есть 6 октября будет обновление. Что я из этого увидел? То есть мы видим с вами определенный завод, где запрещено купание, скорее всего, как раз таки, потому что там завод, и там идут отходы. Также вот здесь Видлакс. Здесь пасхалка небольшая. Тыква, ну, понятно. Тыква — это круто. И очень похоже на сакуру. То есть, видим, что здесь хэллоуинская сакура. Видим, опять же, ночную карту. Я надеюсь, что будет что-то реально такое необычное. Добавят ночную хэллоуинскую карту. Никаких пасхалок больше здесь особо нет. Давайте еще раз глянем. Так, ну, опять же, ночная карта. Опять же, вот пасхалка. Не, ну тыквы бомбезно выглядят. Мне кажется, что все-таки на Хэллоуин добавят еще одну какую-нибудь тыкву. Возможно, это будет брелок, который будет светиться только по-другому уже. Кстати, было бы забавно, если бы свечку добавили как брелочек. Или ворону. Вот ворона было бы здорово. Видим определенный маяк. Не просто так же эта штука тут светится. Наверное, она зачем-то нужна будет. Красиво, красиво. А вот буйки. Нет, это очень круто. Если будет видно карту, это будет замечательно. В целом все. Большое спасибо за просмотр, ребят. Ждем обновления 6-10. Мы с вами обязательно запустим стримчик. Ну и будем раздавать голду уже на хэллоуинском обновлении 0.17.0. Всем до новых встреч. Пока-пока.